В Твери в интернете начала работу летняя досуговая программа для школьников в онлайн-формате «Лето Тверь». Пока она проходит в две смены по 5 дней каждая. Для участия уже зарегистрировались 536 ребят. Подробнее расскажем далее. Почувствовать себя актером, экологом, освоить компьютерную графику и даже потанцевать. Разумеется, все это помимо обычных занятий по истории или иностранному языку. Досуговая онлайн-программа «Лето Тверь» – сборник оригинальных мастер-классов. Программу собрали лучшие педагоги Твери, и это уникальная разработка. Для работы в компании привлечено более 100 педагогов. Это тьюторы, это вожатые, есть волонтеры, которые работают с нами. Люди пришли в программу со своими идеями, со своими наработанными мастер-классами и желанием выполнить общую задачу занять детей летом во время таких строгих ограничений. 10 развивающих программ различной направленности, 86 мастер-классов доступны всем желающим. Эта онлайн-библиотека постоянно пополняется. Наш опыт стал интересным для муниципалитетов региона и для страны, это вне всякого сомнения. Об этом говорят статистические выкладки, ежедневные посещения. 15 июня стартует вторая смена досуговой программы «Лето Тверь». Регистрация открыта в интернете. Присоединиться к проекту могут все школьники, причем абсолютно бесплатно.